Всем привет, дорогие друзья! С вами Винди и Настя. Поздоровайся. Воу. Привет! Куда ты пошел? Куда заделась? За что ты в меня с локтем летела? За то, что ты добрый гений, короче. Спасибо. В общем, да, сегодня мы поиграем в Гаррис Мод. Поиграем в рандомные карты. Попроходим. Может, что крутое будет. Это хорроры. Ну, по крайней мере, нам так обещали. Не знаю, как это будет на самом деле. Я обожаю эти глаза. Просто посмотрите на это. Это идеальный ученый. Да стой! Да стой на месте! Вот вы посмотрите на это. Ладно, тут есть правило. Ноклип не разрешен. О, боже мой. Без оружия. Вы найдете их на пути. Максимальное количество игроков 4, минимальное 1. Вот, блин, я думал 0 можно. Не используйте никакие приспособления, типа света. Выключите ваш свет и играйте ночью для отличного экспириенса. Сейчас я... Оба, солнце выключено, все отлично. Теперь, вы можете найти некоторые вам знакомые контакты. Беги, Лес, беги! Из других игр. Короче, в жопу все это, побежали. Так что это, советы. Воу. Я ГФН Франк. Ты где? Что такое, что случилось? А, вот она ты. А, где я? Там говорю, воу. Сопротивляйся. Настюха, сопротивляйся. Сопротивляйся, говорит нам стена. Очень умная стена, на фигни не посоветует. У него второй подбородок. Братья такая. Смотри, у него еще на одежде кетчуп. Парень, походу, только поел, и ему колбаса пыталась продвинуть свою эту. Правительство, он такой, сопротивляйся колбасе. Он так взял 2 вареных яйца и на глаза себе положил, мол, смотрите, какой я... Не-не-не-не-не, ему мама, ты будешь борща? Сопротивляйся, я буду колбасу. Смотри, борщ вылил, вот какой дурак вообще. Где, кто? Ну вот. О, да, разлил тут кетчуп, дебилы, блин. Слушай, я нашел ломик. Ей! Я тоже хочу. Стой! Ты че? Тук-тук, ёп! Пойду кататься. Слушай, типичный русский. Я подошел, начал бить ее лобиком, потом открыл. Ты забрал ключи из старта, потому что там они как бы были. Какие ключи? Ага. А как тут взаимодействовать со всем миром? А что-то на ней... Или ломиком. Рано А. У меня есть гребаный ломик. Что может быть страшного? Тук-тук, ё-моё. Никого нету. Пойду вперед. На-нах. Смотри, я ударил. Погоди. Я ударил тебя, и мне появилось. Я тоже... Не-не-не, мне нужно что-нибудь, чтобы сломать это, Настя. Мне нужно что-нибудь, чтобы тебя сломать. Ёб твою мать. Не надо меня ломать, чё? Там был тип какой-то. Да что ты боишься? Чё-то он протёк от тебя. А как ломиком пользоваться? Внезапно, да? Неожиданно. Лето, что это так? Вот ты могла подумать о разном. Блин, я хочу пролезть в эту дырочку. О, блин. Чё-то смотри. Опа! Гудини, ё-моё. Чёрток тебе! 2 гудини. Смотри. Особый фокус. Проходим сквозь стены с 2014-2014. Я первая. Офигеть. Круто! И что здесь? Ничего здесь, круто. Короче, это призраки, да ты не понимаешь, что... Вау! Человек USB! Смотри, человек USB! Чего? Вот, человек USB. USB, все здесь, пойдем. Надо что-то делать. На-на. Ломай двери! Открой ее. Бро, не такая уж ей страшная, чтобы из-за этого... Вот, смотри, его можно двигать! Ей! Карусель! Это радость! Можно папу... Смотри, это знаешь, пиньята. Что такое? Почему я... Составь ему компанию, подруга. What the fuck? А я сейчас ключи возьму. Давай, бери. Я беру ключи. Где они? А как взять? На Е? На Е. Не хотят. Эти ключи не хотят ко мне. Меня пугают скримерами. Давай скорее, ё-мо. Господи, какими скримерами? Там все не страшно. Где мой лом? Да там звук какие-то. Где мой лом? Вернись на... О, смотри, сюда можно тоже зайти. Ну-ка, куда? Лом, мне вообще стены не помеха, я могу через все ходить. Ноклип, говорят, запрещен. Так, ну, нам так ноклип вообще... включили. О. Где мой лом? О, смотри, я нашел нашего продавца кетчупом. Где твой лом? Я не знаю, где твой лом.
Нужен мой лом. Я похож на барыгу ломов. Похож на барыгу ломов. А, ладно. Тогда твой лом за 24 рубля. Почему я не могу сюда прыгнуть? Я хочу прыгнуть на кровати и ходить по трубам. Что ты опять там сломала? Тебя на секунду нельзя оставить. Смотри, тут маленькая игрушка, она плачет от тебя. Она тебя увидела, и она плачет кровавыми слезами. Какого черта, Настя? Ни одной игрушки. Ребенок, иди сюда. Ой, я, кажется, его взяла. Или нет? Или нет? Убери его. Блин, я хочу его. Хочу свой лоб. Хочешь свой лоб? Хочу свой лом. А, ну ты же. Ты выносишь прям все. Ништа мне. О, револьвер, револьвер. А, нет, это всего лишь ключи. Да? Печалька. Как ты их так берешь? Воу-воу-воу-воу-воу! Здрасте! Здрасте, Афанасий! Афанасий, ты чего? Я убил Афанасия! Афанасий! Это был очень странный парень. Он все время на кассе от меня просил какие-то пропускные, дебил какой-то. Смотри-ка, велик. Или что это такое? Это коляска так. Я хочу в нее. Как в нее сесть? Подруга, ты не знаешь, как выглядит велик? Да я только колесо видела. Погоди, мне надпись появилась. Это не так легко. Что не так легко? Велик покупить? Слишком легко. It's not too easy. It's not too easy? А пом нормас, короче. Не знаю, что мне нравится. Да, он просто выделывается. Открывались, блин, фу. Тук-тук, я до... А, мне нужен ключ, чтобы открыть дверь. Так Афанасий спер ключ, я ему отдал. Дурак какой-то. Я Афанасий отдал ключи. Откройте дверь. Откройте, хочу туда, хочу скример. Я, блин, Афанасий отдал ключи, Афанасий, сука. Видишь, где мои ключи? С мужчинами. А, вообще... вот они, все нормально. Афанасий вернул мне ключи. Очень добрый молодой человек. Псих, давай. Так, да это не сюда. То. Вот! Вот, ключи нашли свое место. Да пропусти меня! Пропусти меня! Ты дурной, ну ты дурной. Обалдел просто. Обалдел. Сшедший. Последняя, кто мне так говорил, получила ломиком по... Скажи мне, как взять картошки. Ключи? Как ключи взять? Ты подходишь, жмешь Е. Чего ты такой тормоз? Дурацкое Е твое. Нажми Е, 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 английское Е. Не жмется Е. Ну, значит, не твое. Да что ж такое-то? Все не твое ты не возьмешь. О, как подушку так? Хочу. Возьму я все. Отстань! Чего ты бьешься? Я показываю... Ой, человек USB. Надо мне ничего показывать, я все у тебя видела. Бомж разливали, блин, дураки какие-то. Дай первый пойду, дай пойду, можно? Про... Ау! Ау! Скотинка какая. Боже мой, ненавижу тебя. Ты больше... Хрен прям. Ого. Чё там нашел? Чё там нашел? Ты уже испугался? Я девушку нашел. Я... Как? Ей, девушка! О, мне кто-то играет дота. Воу! Я тоже хочу тёлку себе. Ты это что тут делаешь? Шелка. Хочешь кофейку? Не, нельзя кофейку. Хочу тёлку. Не работает! Я хочу кофейку, хочу тёлку! Так ты лысый, волосатый профессор. Какая тебе тёлка, чувак? Ты о чём? Какая тёлка? Секси, Анджелин Джоли, Кэнди. Блин, нифига. Да, тут что-нибудь. Сначала создай ядерную бомбу и пушку, тогда тебе появится девушка. Мне нужен ключ. Ты не можешь туда раздолбать? Я хочу туда, я хочу вперед, там страшно. О! Что? Идем за мной. Нет. Я нашел дыру. Я нашел ее по запаху. Что? А как тут? А, вот так. Вот, тут много сундуков. Помоги мне, пожалуйста. Что ты здесь должна быть? Что тебе помочь? Ничего. Оу, ты голова... Посмотри, как ты ходишь. Как я могу это посмотреть? Смотри. Голова находится в железке. Слышь, отойди. Вот это взгляд. У тебя тоже был такой, уй, типа. Не-не-не, ты на меня смотрел, такая, я что-то знаю. Это ты убил Джоли. Как выйти отсюда, блин? Иди вперед. Могу я. Ты застрял у меня. Ау, нет. В тебя. Да ты, блин, мешаешься. Да столько пухлая, что даже меня не пускает. Вот он ключ. Коробка. Ну, рад тебе теперь. Сяпки. Я нашел ключ. Ушел, подожди. Ну вот, блин. Эй! Дайте мне тоже что-нибудь. Там на меня какой-то волосатый голый мужик начал нападать. Такой радостный от этого. Не, просто он очень. Волосатый голый мужик! Уху! Смотри, двери открываются там сами. О, глобус! О, прикольно, еще кетчуп. Вау! Какой парень? Погоди. То есть тут делали операцию какому-то чуваку, и какой-то чувак на каждом кресле сидел такой и смотрел. Да, делайте это вот так. Я покручу свой глобус. Не, знаешь, они такие притаскивают сюда
тот человек с операцией, он такой: ребят, я географ! Я не могу! Не-не-не-не! Ты оперируешь! Ну я географ! Неважно! Оперируй! О, парень тут какой-то решил дверь поцеловать. Ой, стену. Я дверь открыл, я молодец. Good job, guy. А, я иду вперед. Вау, вау, вау. Ты мне слоу-мо только что показала. Подожди, подожди, не ходи без меня. Чекпоинт один available, он спаун. Нас могут убить, судя по всему. Что-то стало. Воу. Я не могу двигаться. Странно летаешь. Тринити, что с тобой? Что ты забыл в этой игре? Ты должен сделать мне прямой массаж сердца, короче. Как насчет нет? Открой вот ту дверь. Вот ту дверь. Вот ту. Какую? Последняя. Вот из-под которой кетчуп. Что? Там какой-то парень обдрицетался кетчупом. Открой, посмотрим, как с ним. Че, как я могу открыть? Блин! Да не орет на меня, не ешкается оно! Че она орет на меня? Че на меня все орут? Андрюша! Че странно, я застрял. Короче. Я на тебя залез, чтобы посмотреть, что там орет. А, дверь! Дверь, это ловушка! Это ловушка! Это гребаная дверь, ловушка! Я выбрался. Жопа, стекло! Стекло для лохов. Ой. Дыра, лезем в дыру. Дыра, дыра. Нет времени объяснять, нужна дыра. Что, меня звуковой атакой пробили какой-то? Короче, ты на скрипер вылез, ты просто не заметил, на самом деле. Там на меня какая-то из звуковой пушки. Начинающий дабстеппер Вася. Попытался на мне свой сампл отыграть. А ну-ка, е-е-е-е-е. Нет? Почему нет? Хочу. Ну, если не е, о. Если не е, то о? Что за бред? Ты куда делся опять? Да что такое? Там кто-то сосисочку нашел, очень этому обрадовался. Сука, блин. Одну минутку ответ. Что? Айшут тук, что? Я айшут все. Ну, нельзя все. Смотри-ка, тут чистенько. Телек есть. Смотри, дом 2. Отлично. Воу. Давай, присаживайся ко мне. Дом 2? По-твоему, дом 2? Лысых мужика, смотрящих телек. Давай, короче, на картаны все это. Попасуем. О, диван. Так. Ты так смешно ходишь, реально. Воу. Как ты ходишь? Покажи, как ты ходишь. Да ты ходишь смешно, говори. Ну вот так, блин. Вау. Тук-тук. Не бей меня, я не хочу. Ты такая, знаешь, на картофанах, типа, ладно, ладно, ты доминантный самец, я пропускаю тебя. Дверь не хочет открыть, слышишь, не хочешь, заставим. Кто тут ничего не хочет, фу какая. Ау. Крутый. Ты чё, это, осторожно, короче. Ой, мужик. Привет. О, Фанасий, здорово, я знал, а! Ты чего, Афанасий? Да я не должен был тебе эти бабки! Ой-ой-ой! Ау! Я спас тебя. Афанасий что-то совсем обурел. Ля! Афанасий оставил здесь чей-то муляж. Лол. Я понял! Это школа медицинская. Вот, а это вахтер Афанасий. Где? О! У меня есть Blow Torch. Что такое Blow Torch? А, это такая штука. Такая штука. Вау! Она взрывает, короче, двери. Blow Torch? А Blow Torch. Blow Torch, это же не факел разве такой светящий? Нет, это Blow Torch. Я нашел ключ. Чек, ты гений. Как тебе открыть обратно? Ау! Чего это такое? А чего я сразу, э? Ты что? Он попытался в тебя закопаться, по-моему. Ну нормально же. Он был похож на голубя, он такой бур-бур-бур, спрятаться. Он как мой кот, когда пылесос включается. Он такой мяу-мяу, это дофига. Должен копать, должен прятаться. И что? Ну, дверь всё не будет открываться. Ну и всё. Это конечная, типа, приехали, все. Нет. А смотри! Может... Настюха, ты смотри! Чего? Кто-то спрятался от нас под одеялком. Иди! Вот! Ну-ка! Ебашь, правильно, все нормально! Кажись, все, он уже. Снями. Не бойся, сынок, теперь там никого нет. Выклоти из него весь. Если кто-то есть, то ему очень плохо. Что? Выклоти из него весь борщ. Ау! О, костыль! Отлично. Да? Серьезно? Тебе был нужен костыль, да? Тварь! Теперь тебе не нужен костыль. Слушай, я тоже хочу лом. Почему только тебе одному вся веселуха? Как это открыть? Блин. Потому что мы... Все, мы не можем отсюда выбраться, да? Смотри мне в глаза, сучонок. Что ты скрываешь, тварь? Андрюшка увлекся трупом. Ох, а можно я побуду Хованским немножко? Воу, нет. Же можно так? Тут чьи-то лопатки. Ой, руки точно, то есть. А как выйти отсюда, я не понял?
Дверь не открывается. А если постучу? Стоп, ау, ау, осторожней по мне. Тук-тук-тук! Хозяюшки, открывайте дверь! Она металлическая. А и эта дверь тоже? И металлическая. Воу, ну ты вообще мастер, короче. Блин, сейчас задом так идешь, офигеть. О, смотри, смотри, там Афанасий сидит. Ну иди, бей его. Я не могу идти. Там, кстати, на спавне выйди на первый чекпоинт, Настюх. Как это? Там, справа дверь. О, офигеть. Офигеть. Слушай, тут темнота. Давай! Какая-то. Сюда иди! Куда, блин? На первый спавн! Ну так все, первый чекпоинт, подожди, стой! Я пойду к Афанасию, говорю. Афанасий! О, Афанасия утащили. Да, печаль какая. И походу он провалился под железо, потому что там дальше след уходит. Эй! Ну я в той дырке. Я жду тебя в дырке. Отлично. Дырка это наше все. А я не могу теперь ничего открыть. Эй! А, ну да, ты пахнись ко мне. Как? А, ну да. А, вот она ты, я вижу. Привет. Ого! О боже! Ты через текстуры им. Напиши. Ноклип. Куда написать? А, нет, он так не работает. А как он работает? Я не знаю, как он работает. Ну, в жопу тебя, короче. Нифига себе. Встретимся на вчером чекпоинте, бич. Эй. Встретимся там. Воу, я еще могу быстро красться. Слушай, тут какие-то двери она открывала. Ты мне нужен тут, эй. Человек с ломом, вернись. Я открыла дверь, мне нужен... Воу, 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 вот это реакция. Что такое, что такое, что случилось? Да тут мелкая хрень, думала, что она меня заставит врасплох. Ты тоже думал, что заставит. Я быстрее вас, сучки. There is no, сучка, that can beat me. О, Настя. Hello. Чего? Что ты делаешь с дверьми? Где? Ты куда попал-то вообще? Приплыл, ё-моё. А чё, в 90% да? Видишь? Ну разве я не молодец? Нет. Да. Ау, что это такое? Что это такое? Почему фонарики в нас фонариками засветили, походу. Да? Ты пришла? Ты поехнулась? А, вот, здорово. Да. Бежим вперед на поиски приключений. Ой, я сел на курточке. Я тпхнулся. О. Бежим вперед на поиски двери. О, дверь. Оу. Что? Почему? Эй, мужик. Мужик, помоги нам, мы тут. Там какой-то особо жирный парень сломал пол. Что это такое? Что чекпоинт 2. О, тут много даже чекпоинтов. Хилься. Каким образом? Руками. А-а-а! Понял. Не сразу я понял эту шутку. Я теперь понял эту шутку, это паркур. Тут прыгать надо. Да, это прыгать надо. Ты что, издеваешься, что ли? Нет, я упал! Блин, пол, пол пропал подо мной, так нельзя. Оуч. Иди, тварь. Молодец. Ты мне сейчас? Да нет, ты как с женщиной разговариваешь? Нормально вообще? Адекватно разговариваю. Во, все, я прошел. А, ну почему? А куда тут дальше-то? Ёлки. Что? Что? Летающий УАЗик и стоящий на полу кресло? Подожди, ну не ходи ты без меня. Ну я там стою, я жду тебя на другом конце. Я тоже себя... On another side! Вот это музончик тут идет. Эх! Прям начало. Ну, ты где? Прыгаю я. Чё ты? Там что-то прыгает. О, привет. А, смотри-ка. Ну? Чё-то некультурное, прям. Ты чё там, повибывал-то всё? Да всё ломаю. О, прикольно. Я... Прикольно. Оп, и ломается пол. Где хоррор-то, я никак не могу понять, главное. Вон она, мадам, впереди, видишь? Слушай, вообще, давай кто-то... Обнимашки! Мать, ты чё там делаешь? Давай, ты должна принести мне ключ, если ты что-то там хочешь. Лен следит за тобой. Че ты за мной следишь? Смотри, какой я сыкаю. С макияжем переборщил, ты видишь? Видал? Он еще и глазами мать, двигается. Сучка, видал, лысина? Правда, секси? Конечно, секси, ёпки, блин. Бить женщину, которая тебе недоступна. Умею, практикую. Ой, правда? Так, и что я? Зачем я сюда пришел? Господи. Эй, бэби, смотри, у меня есть
этот колесо. Круто, правда? Смотри, какой у меня длинный лом. Да уйди ты, ёлки-мылки. Смотри, у меня есть передвижное креслице. Это круто. Ну и чё, куда нам идти-то? Ты чё-то меня спрашиваешь? О, детка, смотри, у нас есть кровать. Давай сюда. Выломай Ленина, короче. Выломай вот это вот все и давай сюда. О, чьи-то останки. Детка, здесь есть чьи-то останки. Давай сюда. Так и чё, нам чё делать? Прямо на них, короче. Она говорила, мне нужен ключ, или что-то типа такого она несла. А мне что ей нужно? Нужно, пусть сама придет и достанет. Странные звуки происходят. Я чё-то нашла. Не, что-то нет. Нашла? Смотри, это испанская инквизиция, короче. Какое? Что? О чем ты? О. О, это анонимус. Почему-то он в проводах. Инквизиция, что ты понимаешь? Пойдем обратно на паркур. Почему он в проводах? Вообще. Там было классно. Как можно закрыть дверь? А, ой, я гений. Уэй! Бро, мы не можем... Детка, детка, у меня есть автомобиль, но у меня нет ключа. Помоги мне, а. Теперь тебе нужен iPhone, чтобы она помогла тебе. Иди вперед, лысая ты тьмо. Сам такой. Ну, правда, да. И чё, собственно... Ну, тело и тело, ну бывает. Разорви эту преграду между нами зубами, потому что ничто не может помешать нашей любви. Детка, 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 детка. Ты бобёр!